Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре машинка на радиоуправлении от компании Babbelino. Данная игрушка в виде гоночного автомобиля идеально подойдет для первого знакомства ребенка с дистанционным управлением. Игрушка изготовлена из качественного, безопасного и ударостойкого пластика. Машинка предусмотрена для детей от 2 лет, поскольку она проста в использовании и имеет удобный маленький руль. Размеры игрушки составляют 17 на 14 сантиметров. Для работы потребуется 5 батареек типа АА, 3 для машинки и 2 батарейки для пульта управления. Также в комплекте идет гонщик, которого можно посадить за руль автомобиля. Нажатием на руль мы запустим двигатель. Чтобы услышать веселую мелодию, нужно нажать на клавишу с изображением цифры. На пульте находятся две клавиши – вперед и назад с разворотом. Такой способ управлять первым личным автомобилем, безусловно, понравится ребенку, и он будет часто проводить время за увлекательной игрой. Спасибо за просмотр, всем пока!